Я сделала бариатрическую операцию более года назад, 3 марта 2021 года. Это дата на сегодняшний день для меня отправная точка моей новой жизни. И я праздную день рождения дважды в год. В день своего настоящего дня рождения и день, когда была сделана бариатрическая операция. С того момента общая потеря веса составила более 40 килограмм, уже 45 килограмм. И на сегодняшний день я чувствую себя прекрасно. Жизнь просто разнообразилась разными событиями. В жизнь пришел спорт, причем он пришел не потому, что я себя заставляла, а потому что ваше тело при потере веса просто хочет все больше и больше двигаться. Очень много энергии, которую хочется потратить, и потратить ее с удовольствием. На самом деле изменения, они не только внешние, но и внутренние. Прошли все те переживания по поводу лишнего веса, прошли все те моменты, которые связаны с лишним весом, когда ты, возможно, куда-то не хочешь пойти, чего-то не хочешь делать. Все это в прошлом. И сегодня я могу сказать, что мне сегодня один годик исполнился 3 марта 2022 года, год моей новой жизни. Поэтому все, кто на сегодняшний день имеет проблемы с лишним весом и перепробовали другие варианты, доступные на сегодняшний день, перепробовали диеты, какие-то методы, я советую обратиться с помощью к хирургам, пройти обследование, если возможно, то сделать бариатрическую операцию, потому что это изменит в корне вашу жизнь не только внутренне, но и внешне.